столице Поморья вручили общественные награды «Достояние Севера». В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок – 41. Наш материал о тех, кто удостоился высокого звания. Их род деятельности отличается, но всех объединяет звание «Достояние Севера». Архангельская область вновь чествовала людей, которые внесли особый вклад в развитие региона. «Достояние Севера» ежегодно показывает всем, как неиссякаемо богата на таланты Архангельская область, Архангельская земля. В нашем регионе множество неравнодушных, прекрасных людей, социально ответственных предприятий. И, безусловно, это герои нашего времени, и наша сегодняшняя церемония – это благодарность тем людям, которые своими поступками последовательно усиливают наш регион и нашу страну. В этом году высокого звания удостоены 9 жителей Поморья, в их числе Николай Фомин. Житель Каргополя много лет развивает в родном городе рекреационную зону «Экопарк Медвежий край». Он автор многочисленных деревянных скульптур и, к тому же, организатор фестиваля ледовой скульптуры в Каргополе. Спасибо, что оценили мой труд. Всем добра и здоровья. Служу Отечеству! Общественные награды удостоены и 4 предприятия организации «Поморье». Вы стали настоящим профессионалом. Ежедневно вкладывая свой труд в душу. Часто проявляя смекалку, выдумку и самые невероятные подходы к каким-либо решениям. В числе лучших из лучших – космодром «Плесецк», которому в этом году исполнилось 65 лет. Я прекрасно понимаю, что мое личное время – это время моего, всего нашего 8-месячного времени. Имена всех победителей занесут в золотую книгу почета «Достояние Севера». Людмила Селиванова, Дарья Евграфова, Александр Кузнецов, «Регион-29».